Владимир Путин лидирует на выборах президента России после обработки 63% избирательных протоколов. Путин набрал 75% голосов избирателей. Центр избирком России продолжает подводить итоги. Ну а ЦК Якутии уже посчитал все протоколы. В республике также лидирует Владимир Путин. У него 65% поддержки. На втором месте Павел Грудинин 27% и Владимир Жириновский 4%. Явка в Якутии составила 71%. Среди регионов Дальнего Востока по этому показателю мы занимаем третье место. Если так взять по районам, то больше всего явка составила в Оленевском районе 95%, на втором месте Анабарский район 91%, Горный район 89%, Амгинский 83% и Верхневлюйский и Чурапчинский по 80%. Ну и если по промышленным районам, там на первом месте пока идет Ленский район 70%. Далее идет Нерюнгринский район 68,7%. Мирнинский район 65,8%. Алданский район 63,9%.